хочу вам показать, что я нашла. Вы только посмотрите, какая она волохатая и разноцветная. Это гусеница какой-то замечательно красивой бабочки. Сейчас я попробую ее растормошить. Я ее руками трогать не хочу. Как-то опасно. Опасно, мне кажется. Расцветка у нее такая предупреждающая. Смотрите. Комочек такой свернулась клубочечком. Все, никого не пускает. Попробую ее подыми. Сейчас я попробую найти более удачную палочку, чтобы ее как-то зацепить. Она как ежик сворачивается. О, развернулась. О, ну-ка давай. Ползи, ползи. Видите, я ее напугала, и она начинает убегать. Вот такая. Вот такое вот. А на палочку. Сейчас я попробую на палочку. Она быстро бегает. Смотрите, прямо как мышка. Быстро-быстро бегает. Сейчас я ее под попу. Смотрите, прямо передвигается. Шустрая какая. Шустрячка. Но если с другой стороны. Смотрите, какая. Лохматая гусеница. Мы ее мучить сильно не будем, но так, чтобы она нам хоть что-нибудь показала, где у нее тут что. Но ножки у нее снизу, лапки такие. Вот это у нее попка. Вот это у нее лицо. Вот я ее боюсь, потому что она дергается. Я дотрагиваюсь до ее волосков, и она дергается тоже. Сейчас ее поглажу. Смотрите, хвостик реагирует. Я ее глажу. Глажу, глажу. А ну-ка, давайте брюшко посмотрим. Я так хочу брюшко посмотреть. Вот я ее переворачиваю, она не хочет переворачиваться. Насекомые, они, конечно, на спинке не любят. А сильная какая! Ты смотри, убегает, убегает, убегает. И такие у нее яркие белые крапинки, предупреждающие о том, что она может напугать. Ну все. Ладно, не будем больше мучить, она все равно не перевернется. Интересно, она по веточкам лазит? Она спрятала свою голову туда. Некоторые вот так на палочку как-то садятся, а эта, ну, не хочет. Она явно только по земле бегает. Листики наземные кушает. И очень интересно, какой-то после гусеницы какая бабочка вылупляется с этой гусеницы. Ну ладно. Пока-пока. Не хочет она дальше никак двигаться. Все свернулось и говорит, делайте со мной что хотите, я все равно не развернусь. Ну так, катайте меня. Кружите меня, кружите. Смотрите, красавица какая, да? Такие голубые цяточки. И такая у нее манишка такая черненькая. Ну, может, вы где-то в книжках найдете информацию о том, чья это гусеница. Ну, как, от какой бабочки? А пока, пока-пока.